Вітайте, до нас прийшла Світлана Семенюк, викладач недільної школи Свято-Каспарівського храму. Доброго вам ранку. Доброго зі ранку. Святами, зі святками. Пані Світлано, сьогодні будемо готувати кутю, голодну кутю. Знаєте, багато от в народі є традицій, рецептів. У кожної господині своя кутя, як борщ, мабуть, виходить. Але мало хто знає, на що ми її готуємо. Багато людей підмінюють релігійні поняття народними. Сьогодні ми розставимо все на свої місця, правда ж? Ну, звісно. Крещенський сочельник – це 18 января. 18 января, соответственно, по православной традиции и по православным канонам, это постный день. В этот постный день, соответственно, люди постятся. Что такое пост? Это не вкушать ничего скоромного, то есть мясо, молоко, яйца, сало, вот такого мы ничего не кушаем, а постимся. Кто имеет в себе такие вот силы душевные, тот, конечно, можно просфорочку и святая водичка. Если же люди не постятся так строго, тогда, конечно же, рыбка, гречневые блинчики, то есть все то, что не содержит в себе тех перечисленных продуктов, о которых я говорила. Ну, 12 страв было на вашем святковом столе? Ну, конечно, было, конечно. Вариаций было много. Но вариаций, конечно, ну, постных блюд очень много, конечно же, можно любые приготовить, только не содержащие эти продукты. Светлана Михайловна, я перепрошу, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Доброго вам ранку. Я обращусь к вам, Татьяк. Великолепная Солоха. Будьте добры, Лена, скажите, вот выступал только что ансамбль. Я с 1 января все время смотрю передачи. Из всех ансамблей, которые вы приглашали, вот сегодняшний, по подбору репертуара, по исполнению, близкий, очень близкий к тем, к той обрядовой поэзии и тому, чем жило наше человечество в тысячелетие. Скажите, пожалуйста, познакомьте, кто это, откуда это, эти люди. Просто великолепно сегодня провели ви от це торжество вместе з ними. Спасибо. Це наші, дякуємо. Це наші з вами земляки, цюрюпинчани, фольк-гурт Олеща. Фольклорний гурт, тому він такий близький до народу, близький до вас. Тому так, це часті гості у наших ефірах. І будуть вони приходити ще до нас, якщо людям подобається, правда ж? Ну, а ми продовжуємо говорити про кутю. Знаєш, що є якась певна символіка. Куті, начебто мак, це зорі, молодость, горіхи, це багатство. Чи ні? Це теж народні такі звички. Это, конечно же, народные такие традиции, иметь название символическое какой-то продукту придавать, но также и в православии придается символическое значение, например, главному ингредиенту в куте – это пшеницы. Пшеница как символ преображения души человеческой из земной жизни через смерть в жизнь вечную, точно так же и пшеница, прорастая, через давая росточек новой жизни, прорастает новое растение. Казалось бы, с мертвого зернышка, у нас получается новое растение, живое, прекрасное, красивое, которое дает свои плоды. Пані Світлано, чому так прийнято їсти кутю саме у новорічно-різдвяні свята? Ну, кутя, как я уже сказала, это символ преображения. Когда Господь пришел в мир своим рождением, для нас это самый большой праздник, потому что наша душа теперь имеет спасение. Вот. И если мы вкушаем кутю на крещение, когда Господь принял крещение от Иоанна Крестителя, то, конечно же, мы и радуемся тому, что наша душа в будущей жизни будет принята Господом в раю. Поэтому мы вкушаем кутю. Кутя, кстати, вкушается, освящается на вечерней службе 18 числа. С кутей мы приходим в храм, освящаем ее святой водичкой и приносим в дом. И, естественно, вся семья собирается за столом, вкушает по ложечки, молясь, конечно же, перед трапезой. И... Яка це має бути молитва? От ви почали говорити про те, як правильно. Отче наш. Отче наш, Богородице, Дева, радуйся. Та молитва, можна тропарь к крещению, тропарь Богоявлению. То есть та молитва, которую обычно произносится в каждой семье, которую знают члены семьи, так сказать. А можно и специально взять тропарь крещения или Богоявление, выучить, и это будет самое, что ни на есть, по такому вот духу православному. Ну, ми з вами зустрічалися напередодні того, як розпочався Різдвяний піст. Ви розказували, як правильно треба харчуватися. Піст
закінчився, так? Ми вийшли з нього, сталося це 7 січня, так? Що робимо далі? Знову доведеться трошечки поголодувати нам, так? Ну, трошечки, це якраз 18 січня, тому що всі ці дні до 18 січня продовжуються святки. Святки – це коли люди ходять і сповіщають нову звістку про народження Христа Спасителя. Тобто, як пастухи, як волхви, мудреці, ми йдемо і всім проголошуємо радісну звістку – Христос народився. Ну, а що мовиться у Святому Письмі про правила харчування? Правила харчування, звісно, встановлені більше і в Святому Письмі, і в православному преданні, як то кажуть. В преданні ми видим і зустрічаємо такі от речі, як кутя. Її, кстати, вкушають не тільки на Рождество, не тільки на Крещення, але і Великий пост ми її вкушаємо, коли пам'ятаємо усопших, там, на панихиду, коли у нас ми хочемо вспомнити о том, що душа наших умерших сродників і православних християн також преобразиться із нашої житті земної в життя вічне. Зрозуміло. Пані Світлана, у нас є ще маленький сюрприз для наших телеглядачів. Сталося це завдяки вам, тому що вони пам'ятають, минулого разу ви приходили до нас в гості зі своєю донечкою Полінкою. Сьогодні вона виконає для них пісню, але не одна, а в дуеті. Да, в дуеті. Це дівчатки, вони обі займаються в нашій воскресній школі Святого Каспіровського храму. І от вони хочуть подарити радість Рождества своєю пісенкою «З нами Бог». Це Поліна Семенюк і Саша Аніщенко. Встречайте. Зустрічаємо. Ангелов славят, владеют.
вибрали переможців фестивалю, щорічного фестивалю «Острів Різдва». Спасибі вам. Ну, а ми продовжуємо говорити про кутю, і, власне, час вже її робити, мабуть, що так? Давайте приступимо. Для того, чтобы сделать кутю, естественно, нам нужен самый главный ингредиент. Это пшеница, самая обычная пшеничка, которую мы можем купить на любом рыночке. Промываем ее тщательно. Потом эту пшеничку нужно замочить. Замочить желательно вот на ночь или на день, ну так, чтобы она хорошенько-хорошенько набухла. После этого ее можно быстрее сварить. Если не замачивать, можно тоже варить, но оно дольше получится. Вот. Дальше мы провариваем ее, пробуем периодически, чтобы она была готова до готовности. И, естественно, добавляем. Что мы туда добавляем в кутю? Естественно, это изюм. Вот изюм. Его нужно залить кипяточком, чтобы он немножечко так вот разбух. Орешки. Орешки нужно желательно, конечно же, потолочь немножечко. Или скалкой, или в ступочке, как кому удобно, как кто привык. Мак. Мак также мы заливаем кипяточком, чтобы он распарился. И в ступочке хорошенько-хорошенько так протолчем, чтобы до молочка, так сказать. И все эти ингредиенты мы, естественно, добавляем нашу кутю. Ну, чтобы она была вкусненькая, сладенькая, нужно же, естественно, использовать мед. Вот. И мед, есть разные рецепты. Вот его можно положить, например, сразу в кутю, чтобы подсладить. Либо можно положить в узвар. Что такое узвар? Это тот же компотик из сухофруктов, ну, простым таким народным языком. Это компот сухофруктов. И сюда мы добавляем мед, он будет сладенький. Да, и потом поливаем кутю уже вот в готовом виде, когда, вот я уже принесла как бы готовую, чтобы было быстрее, ничего не смешно. Вот такая у нас получилась кутя. Мы его поливаем узваром нашим, вот, сладеньким, и она получается такая вот, немножечко такая даже сочная. Почему называют еще сочиво, да? Потому что она у нас будет сочная. И вот мы ее поливаем. Некоторые хозяйки берут и вот водичку, которая осталась после пшенички, после проваривания пшенички, вот туда добавляют мед. И только мед, естественно, добавляется в тепленькую водичку, не кипяток, чтобы он не испортил свои вкусовые качества и полезность свою. И после этого, пожалуйста, несем в храм, освящаем и вкушаем всей семьей. Смачного. И каждой господині хочется сказать, хай смачна кутя удастся, а в семье панує счастье. Спасибо вам величезно за то, что завітали до нас сегодня зранку. Ну, якісь побажання, привітання на останок для всех наших телеглядачів. Дорогие телезрители, желаю вам, чтобы дары сердца своего мы принесли Господу Иисусу Христу, нашему Богу. А какие это могут быть дары? Это милосердие, щедрость, доброта, взаимоуважение. Хороших вам рождественских праздников! Спасибо величезне. Ну, а подарунком для всех наших телеглядачів стане виступ зразкового вокально-хореографічного ансамблю «Зорепад» Херсонського державного будинку художньої творчості, керівник Ольга Кузнєцова. Зустрічайте. Солнце.
Just my name.